Уважаемые коллеги, дорогие друзья, подходит к завершению 2021 год. Непростым выдался этот год для работников агропромышленного комплекса Гродненской области. Но благодаря вашему самоотверженному труду получен достойный урожай всех без исключения сельскохозяйственных культур. Обеспечена продовольственная безопасность нашей страны. От имени Гродненского областного комитета профсоюзов, работников агропромышленного комплекса, я поздравляю каждого из вас, ваших родных и близких, с новым 2022 годом. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, исполнения самых заветных желаний, процветания вашим предприятиям и организациям, финансовой стабильности и всего самого доброго. С Новым годом, дорогие друзья!